Чем бы жена футболиста не тешилась, лишь бы не плакала. Супруга известного футболиста Юрия Жиркова, Инна Жиркова, открыла в себе талант дизайнера и на днях презентовала свою первую коллекцию одежды. Наряды для мам и пап, а также их детей примерили на себя звездные друзья Жирковой. Настя Задорожная, Анна Городжа, солистки группы «Блестящие» и экс-супруга Андрея Аршавина, Юлия Барановская, которая в последнее время все чаще посещает светские мероприятия вместе с детьми. Вы знаете, они, в принципе, всегда жили одной жизнью со мной. Но они раньше ходили на мероприятия, просто мы не в Москве жили, поэтому, наверное, вам это было не видно. А вот Ольга Бузова, тоже, между прочим, дизайнер, отказалась ходить по подиуму. Но пропустить показ подруги телеведущая не могла. Появившись перед фотографами в сопровождении футболиста Романа Павлюченко, блондинка сразу привлекла к себе повышенное внимание. Нормально, Ром! Говорит, я заметил, вы пришли с Павлюченко. А где ваш супруг? Мы зашли вместе. Я у вас как с президентом. И все же главной звездой показа была Инна Жиркова. Жена футболиста сейчас находится на 7-м месяце беременности. И уже в конце лета девушка родит сына. Вы здесь будете рожать или за границей, как все звезды? Не, я однозначно здесь. Даже когда мы жили в Лондоне, я прилетала сюда рожать. Потому что у меня здесь замечательный врач. И третьего ребенка, конечно, я буду рожать только у нее. Имя будущему ребенку пара пока не придумала. Инна доверяет выбор супругу и желает, чтобы Юрий сам придумал имя сыну.